выхлопная труба автомобиля направлена йшла, торжики йдуть вихлопні гази у салон. Водій сидить у кабіні. Все зрозуміло. Схвильований чоловік, який бачив. Немає, він вийшов. Він на вулиці не вийшов. Как вас зовут? Ищем еще одного пострадавшего. Женщина связана, вызывай милицию. Черговий міліції слухає, що ви доповідаєте. Тут кримінал. На подвір'ї машина, жінка з зв'язаними руками. Добре, прийнято, приїдемо. Ще на зрачку цвіт кожних покровів. Ось так, я хочу вам. Цвіт, ви бачите, ви бачите. Я бачу, у мене є. Ага, ви підсвітили. Ви перебачите. Добре, бліди. Саша, я никого не нашел. Саша! Я так. Саша! Так, реакция на пальпацию грудной клетки. Не реагирует. Дыхание двух сторон. Вена! Не надо. Зверху. Так, на живот. Не реагирует. Де мій коханий? Діна, пульс 100. Що з ним сталося? Пустіть мене! Наблюдай. Давление низкое. Сейчас я предложу помощь. Больного выносим на носилках, на жестких. Так, сначала надо зафиксировать рану. Вена, бледный покрыв кожи, дыхание 20, окружающих нет. Пульс 100, помочь нам надо. Ночь ночная. Саша, жесткие носилочки сюда. Как вас зовут? Так, пульс на периферии. Здесь давление не померяем. МЧС. МЧС не приехала. А вы называли? Санта. Саша. Дверь петрой. Подвис. Нету никого, да? Никто еще не приехал. Да, нормально. Да подождите, я же не могу здесь фиксировать. Ладно, не фиксируем. Фиксируем. Мешками фиксируем. Кислород давай. Я дам, иди там смотри. Помогите ей. Мы подключаем. Мы дадим ему потоком 80 литров. Никто не приехал еще.
периферический пульс. 98. Частота дыхания. Так, кислородик даем. Светкожный покров. Ну, стал бледным. И серо зеленый стал. Стал бледным. Есть розовые щечки. К сожалению, у нас стационарный пульсоксиметр. Меня интересует. У меня есть машина. Меня интересует сатурация. Сатурация 92. Да, я уже один сам. Окиси углерода. И с учетом того, что у человека есть кровоподтек, то есть, видимо, какая-то была драка с учетом криминальной ситуации. То есть исключить, в принципе, черепно-мозговую травму с учетом уровня сознания довольно проблематично. Глюкозку крови в идеале можно будет померить. При нормальных цифрах сахара с учетом отсутствия анамнеза мы в принципе убеждены. Так, кто-то освободился, милиция есть? Еще нет. Так, призываем еще одну бригаду на транспортировку второго пострадавшего. Этого забираем. Еще одну бригаду, двое пострадавших. Трое. Девушкой. Докладывайте, девушка, что там, ребята? АД-100, что у вас? ЧДД-20, влажно. Влажная, бледная, да. Бледная. Сахар. Бригада, осталось 2 минуты. Берем кресло, посадим, один так. Так, есть? Да, все, девочка готова, что тебе? Инфузия наложена, на, держи. Укутать надо. Укутали, да? Так, контроль, еще раз. Как зовут тебя? Как зовут? Сатурация. Сатурация 96. 96. Так, периферия. Периферия 96. Где-то такие есть. Артериальное давление. 340 на 70. 340 на 70. Уровень сознания, я так понимаю, немножко расширил. Начал реагировать. Да, цвет кожи покровов. Поздно я убил, но не мышцы. Хорошо, хорошо. Я думаю, что все дойдите. Да. Розовые щечки остаются. И отсутствие. Время! Лучше. Время, да. Мы его готовы. Две минуты осталось до окончания. Уже было две минуты. А, две минуты было? Да. Все. Стоп-ситуация. Стоп-ситуация. Спасибо всем.